приезжала домой на выходные, и мы с ней встречались. Она даже помогала мне. Однажды мама сказала: послушай, Карл, я уезжаю с нашими студентами на Камчатку. И знаешь, что добавила? А не хочешь ли ты, Карла, поехать с нами? Я была бы очень рада, если бы ты согласился. Поехали вместе, а? И я знаю, если бы я согласился, мы бы вернулись оттуда мужем и женой. Ого. И чего же ты не поехала, а? Чего ты теперь задним числом все время жалуешься? Она же тебе предлагала, это ты не поехал. Да не мог я поехать. На дворе стоял сентябрь. Картошка поспела, надо было убирать. Кто бы копал мою картошку? Моя больная мать, да, она помогала мне. Она и скончалась там, на картофельном поле. Я был единственным мужчиной в доме. Я обязан был копать картошку. И вот что я тебе скажу. Будь сэр Андерс правильным мужиком, он бы прикрикнул на девчонку: никуда ты не поедешь. Будешь помогать семье копать картошку. Что ты на Камчатке потеряла? Нечего тебе там искать. Поле ждет тебя. Картошки нужны твои руки. Скажи, он такое, Марат осталось быть дома. Но он ничего не сказал. И Марат уехал на Камчатку. И ты тоже был в этом походе. А когда вы вернулись, она считалась уже твоей невестой. А через месяц вы расписались. Ты себя еще селянином называешь? Да будь ты селянин, ты бы в ту осень копал картошку. Потому что никакому селянину не придет в голову странствовать по свету в такое время. Только городские хлыщи делают то, что им вздумается. На что им картошками? Они апельсинами питаются.